Под руководством главы района состоялось планерное совещание, на котором были обсуждены важные вопросы. Повестка дня включала в себя 8 основных пунктов, а также несколько дополнительных. Особое внимание было уделено темам, связанным с осенней призывной кампанией, предстоящими встречами граждан в сельских поселениях и достижению показателей по KPI. Заместители главы района детально доложили о проделанной работе в указанных сферах. Глава района, в свою очередь, определил четкие задачи перед всеми присутствующими. Каждая из них была подробно рассмотрена, в том числе определены конкретные шаги и меры, которые необходимо предпринять для их реализации.